Всем привет, всем привет, всем привет. Наступила золотая осень, и мы в очередной раз с Димоном от имени нашей группы «Охота и рыбалка» на Вологодчине приехали в гости к администрации группы «Рыбалка и охота» в Архангельской области. Сейчас ждем. Вон Олег уже подъезжает на вездеходе. Загружаем все вещи и поедем в Архангельские болота за северным гусем. Ты очки-то снять или нормально? Не, нормально. Будешь наш задротик. Добрались до лагеря. Тут весело, ребята фотографируются с трофеями. Это они вчера вечером постреляли. Позарочка пришла. 13 штук. Димон рассольник готовит. Михалыч, я же в такой позе буду фоткаться. В такой позе буду фоткаться. Ты уж терпимый. Ради фото. Нихуя. Вот это да. Куда столы-то деть? Некуда. Да хоть на, туда, ближе к озеру. Покажи, как да, работает этот чудо-монок. Хуй ты там на гуся охотишься. Ты что, летят? Еще ты как? Видишь, сколько на него болит? Видел? Это ж на него, бля, летели. Летят. Они сами падают, мы даже не стреляли, блядь. Суп рассольничек готов. Ребята сказали, что для гостей в этом году установлен дресс-код. Оранжевые каски. Говорит, хватит тебе в каске там. Алексею большой привет за каски, спасибо сказали. Да, сказали передавать Алексею Севмаша большой привет за каски. Вот. Сегодня мы будем с Димоном в касках охотиться. Шел первый день охоты. Еще все веселые и в ожидании. Тот, который громче всех кричал вчера, он сидит. Будильник не поставил, поэтому все проспали сегодня. Слова кукуреку не было. Кукуреку не было сегодня. Вечером, ну, уже не видно было совсем. Сколько? Раз, два. А вроде четыре было. А, одну не достали, да? Нет, пять было. Пять казарочек стрельнули. Вот, одну на сегодня ползать, пробовать, там на островочек упала. Прошла первая стайка гуменника с белоломом в перемешку, но мимо, к нам не подвернула. Олег, стреляй, Дима, стреляй, че не стреляете-то, э? Вы че не стреляете-то? Второй, сюда чувак, забудь. Валит. Да не свалит. Манильщики наманили, довольны. Первого гуся мякнули. Парочка летела, казарин. Одна села, вторая мимо пошла. Олег мастерски первым выстрелом промазал. Вторым мастерски. Нет, это я первым поднял. А, первым поднял, да? Сидячих не стреляем. Маленькая. О, все. И ту убрали. Убрали. Нет, не убрали. Вон она кружит. Да? Угу. Ой, что там, блядь? Че еще идет? Да, вот там. Вон, да. Гусь пошел на зимовку. Второй день охоты проходит в дружественной обстановке. Гуся нет, одна казара. С утра стрельнули мы одну. Я ушел в лагерь, парни остались. И вот сейчас налет был, ребята, по-моему, три стрельнули. Ну, трех я видел, может, там что-то еще выстрелы были. То ли добивали, то ли еще стрельнули. Солнышко, тепло, ветер хороший, такой южный ветер. Так, хорошо. Надо удачливый патрон снять, который приносит удачу. Да, что-то мне 4 показалось, нет? 3? 4. Ага. Олежка, молодец. Ну вот так вот, блядь, как-то. Один тоже детеныш. Вот я лошара. Я думал, это ребята настреляли 4 штук. А это Олег всех 4, оказывается, подошел и с подхода стрельнул. А мы добрали только, блядь. А у вас вроде 4-й был еще один. Съебал.
Да как мог съебать? Пик-пик, улетел. А, улетел? Да, вручную. Ну, понял. Короче, оказывается, не 4 стрелян-то, а 7. Блин, а я просидел в избушке всех гусей. Эти наколотили. Что вчера наколотили? Что позавчера наколотили? Короче, я... Наколотили. Бля, лошара. Колотило вы, бля. Ладно. Пик-пик-пик. Казарка это не считается, будем гуси ждать. Смотри, как купался. Как искупался? Да, плавал. Да? Ну, бля. Надо было доставать. Да, вода как... теплая. Дождались, пока там солнышко взойдет. Там на остров, блядь. Подождали, пока вода нагреется. Да, да. Лоб не будем строить. Кипятильник вставляли. Разделся, блядь. Евгений говорит, трусы будешь снимать? Нет, нет. Говорит, снимай видео. Не, голым с перевеса. С хуй... Ну, с этим на перевес, говорит, не буду. Не снимай, говорит. Вот они, строители подводных лодок, бля. Выходят, смотри. Покажи руки, натруженные руки, бля. Тебя снимают. Сегодня на вечер решили немножко сменить дислокацию. Напарники у нас в избушке вообще остались. Вот, поэтому мы сегодня охотимся на озере. Вон тут плавающие чучалки плавают. Полевые немножко стоят. Вот, скородочек у нас такой тут, аккуратненький, хорошенький. Вот такой. Там Димон. Второй вечер охоты также не принес никакого нам результата. Где-то вдалеке пролетел несколько стаек, и все. Вон идет подкрепление, мужики с избушки идут. Хотят на вечерку посидеть. Но сегодня, может, и получше будет облачности. Не, так видно. Вчера так не видно было, стреляли просто в небо. Что-то попали, что-то не попали, сегодня подранка собирали. Вот. Гуся пока нет. Сегодня выяснил. Месяц вон на небе блестит. Чучалки плавают. Ночью все пару раз слышал, что гуси пролетели. Пока нет гуся. А завтра уже крайний день. Шел третий день охоты. Солнышко встало, а гуся не стало. Его и не было. По вторым ёбаем. Второй тоже падает. Довольные, блядь. Эй, блядь. Эх, стрелки херовы. Да высоковато было. Я хороший гуменник. Нормально. Я задних. Да хорошо. Налетела стайка. Казарок очень хорошо. Я стрельнул. Сразу же падает. А Димка двух с выстрела снял. Олег пока скидывался. Короче, четвертого тоже подранил. Сейчас вот пойдет поискать. Далеко утянуло. Вот. Одна молоденькая, две хороших. Две стареньких. Что, сколим? Сейчас посмотрим, если не сильно ранено, можно оставить. Оторвано вообще? Не держится. А, ну тогда сейчас. Тогда доберем сейчас, чтобы не мучилось. Третий день принес неожиданную удачу. Было всего два налета. С первого взяли двух гуменников, но когда за вторым пошел, он взлетел, видимо, оклемался и улетел. Со второго вот упало 4 казарины. Три сразу взяли, четвертый сейчас Олег пойдет поискать. Так что третий день принес удачу. Солнышко совсем вышло. Олег ушел, поехал
день рождения у сына отмечать. Парней тоже Славика с Вадимом увезет. Короче, остались мы на сегодня с Димоном вдвоем. Получается, у нас два гуся Димкиных, два моих, и два еще утянуло. Пусть будут это Олега. Короче, каждый по два. Шесть штук стрельнули. Славик одного семь у нас получается, да? Семь штук сегодня взяли. Вчера у нас пять. Семь тоже. А вчера у нас семь, а позавчера 13. Вот такой промежуточный итог нашей охоты.